Очень хорошее впечатление. Тем более победили. Игра интересная. Напряженная. Волевая победа. Его запускается на камень. Все наши. Желаю ему успехов. Он у нас вступил только-только. Вышел из подросткового возраста. Сейчас он станет уже серьезным таким мамонтом, который будет добиваться успехов вместе с командой. Красные практически центра поля пробиваются броском. И 2-0 становится счет в пользу красных. Хорошо, что организуют такие мероприятия для день рождения Пархома. Это прекрасный повод зарядиться эмоциями и болельщикам, и хоккеистам для подготовки к матчу. То есть, ну, это, я считаю, полезные такие мероприятия. А мы проиграли. Почему так получилось? Ситников плохо играл в защите. Из-за этого мы проиграли. Чисто его поражение. А скажи вообще в целом впечатление от мероприятия, настроение какое? Очень здорово то, что в этом году начали сближаться ближе, ну, еще ближе с болельщиками. Это всегда сближает, очень весело, позитивно. Надеюсь, это скажется на игре уже настоящей. Впечатления только хорошие, приятные. Веселье пошло. С кем играли? Играли против команды красных. Выиграли 4-2. Я вижу, что уже команды тоже готовы к матчу. Партнеры хорошие. Оборона замечательная вообще. Состоит из болельщиков. Они очень хорошо отыграли. Меня заменили, и игра поперла сразу. То есть, ну, сразу очевидно, что не мое. Просто Коваль, дырка. Просто видно, что я не вратарь. А как только я начал голевые... А вот как нападающим стал, так все вот так вот замечательно было. Так все пошло у меня. Скажи, идея кому пришла вообще, чтобы тебя на ворота поставить? А спонтанно пришла, просто никто не мог решиться, и типа, ты иди. Я пошел без хоккейной клюшки, но сами все видели. Ну, это куда годится. Да молодец, он сердце. А потом стадиона. Вышел, да, и все. И в атаке уже наказал там всех, короче.